А как же сегодня, как же сегодня язычнику избежать судов последнего дня? Как современному язычнику не попасть в озеро Огненное? Сегодня восстановление происходит через проповедь Евангелия, через ученичество. И есть призыв «Идите и научите все народы». Это повеление, данное нам заключается оно не в том, чтобы идти и предсказывать судьбу государств. Мы не знаем, какова будет судьба государств. Мы знаем о том, что государства создаются из язычников, а для язычников есть единственный опыт, единственная возможность избежать суда через покаяние. Не для целых народов, но для каждого человека, который которые вместе составляют народ, прийти к Иисусу Христу. Это единственная надежда. Это единственное слово. Другой не существует. И когда мы с вами читаем пророков, и они говорят о том, что в конце концов будет национальным спасением, вы знаете, я не знаю, я не знаю, например, о спасении мавитян, ассирийцев, я не знаю, как все это будет выглядеть в Царстве Божьем. Я не могу к ним просто обратиться и сказать, «Слушай, вот спасение придет к Египту». Я не могу сказать об этом ветхозаветными терминами. Но я могу сказать каждому человеку лично, вот день спасения для тебя. Ты должен услышать Божье Слово ровно так же, как когда-то целые народы должны были услышать Божье Слово. Кстати, это было действительно ободрением для Иудея, для Иудеи, для Израиля правильно выстроить отношения с другими народами. И сегодня мы с вами Читаем об этом как о, о чем-то полезном для нашего образования, для нашего просвещения, и мы понимаем, что мы тоже должны идти к народам с Евангелием Иисуса Христа и призывать к ответу на Евангельское Слово, призывать к жизни ученичества. Таков наш долг в те новозаветные времена, в которые мы с вами живем. Мы с вами читаем Иса, Ильми, Иезекииля, 12. Мы читаем о тех, кто говорит, говорил к Израилю, тех, кто говорил к Иудее мы читаем о тех, кто говорил другим народам, например, то же самое Иона. И для нас это может быть действительно ободрением. Вот смотрите, например, во времена Ионы Бог готов был дать избавление Ниневии. Оно было только временно, оно продолжалось всего одно поколение, но это было необходимо для того, чтобы напомнить Израилю о том, что у Израиля есть ответственность за то, чтобы провозглашать, кто такой Бог, кто такой Бог и для израильтян, и для язычников. У нас поручение, которое дано нам, все-таки другое. Но то, что мы с вами читаем у пророков, помогает нам в образовательном смысле для того, чтобы исполнять Божье поручение, данное сегодня нам представителям церкви. Вот я это, по крайней мере, вижу так. Прежде всего нужно разобраться с теми загадками, с теми проблемами, которые есть в пророческих словах, и дальше понять, каким образом толкование пророков подводит нас к способам применения для современной аудитории. Всегда ли у меня получается правильно находить способы применения? Нет. Далеко не всегда. У меня та же самая проблема, то же самое испытание, та же сложность. Взять те принципы, которые я вам открываю, и вы еще услышите, мы об этом будем говорить, например, в Эзекииле, 36-37 главы. И там я фактически должен был сказать, ну и что дальше? Я думаю, что эти фрагменты я понял правильно, но как это применить, как это применить к церкви, я даже не вполне уверен в том, что могу это применить к церкви современной. А, но, по крайней мере, мы с вами будем дальше об этом говорить, и вы увидите принципы, которым я следую. Главный принцип заключается в следующем. То, что сказано Израилю, прежде всего применимо и для церкви, для верующих внутри церкви. Кстати, и вот тут я не согласен с теми, кто проповедует по пророкам, потому что люди зачастую, зачастую говорят о том, что вот это было сказано для Израиля, а то же самое теперь сказано для Америки. Я говорю, нет, нет, сто тысяч раз нет. То, что сказано для Израиля, сегодня сказано для нас, для церкви Иисуса Христа, а не для конкретной страны. То, что а, относится к другим народам, не к израильтянам, да, его тоже можно применять к другим народам, странам. Но когда говорится об Израиле, а, это относится сегодня к церкви проповедовал ли я из пророков за 10 лет моего пасторского служения? Да, еще как проповедовал. И ко мне постоянно подходили, обращались такие проамериканские супер-гиперпатриоты, которые говорили мне постоянно, почему вы не применяете это к Соединенным Штатам? Это же про Америку говорится. А я говорю, нет, это не про Америку, это про церковь, это про тех, кто слышал нас. Ну не, ну как же? Это же вот сейчас время, сейчас время, чтобы Америка, и вы должны сказать о том, как Бог будет наказывать Америку, как Бог будет судить Америку. Мы говорили о Исаии, Иеремии, Иезекииле, и постоянно ко мне подходили и говорили о том, как Бог будет наказывать Америку. И настаивали на том, чтобы я таким образом применял этот текст. Нет, прежде всего, это текст для Божьего народа. Ну вот на этом я, пожалуй, здесь и оставлю. Как доктор Форнелл сказал вчера в проповеди, у меня есть свои раны, у меня есть свои царапины, на меня тоже нападали, мне эти испытания знакомы, и да, это непросто. Конечно, всегда хочешь, чтобы Слово Божье применялось к каким-то другим людям, ко всем сразу, но надо, чтобы оно прежде всего применялось к нам, а не к другим людям. И когда начинаешь об этом говорить напрямую, то некоторые современные христиане обижаются. Они говорят, я не хочу слышать обвинения в свой адрес. Я хочу слышать обвинения в адрес их, вот этих самых мерзких грешников. А вот это такие мои наблюдения, по ходу моих попыток осмыслить проповедь пророков. Вот это пророк сказал аудитории, это применимо right, ко мне таким-то и таким-то образом. Есть ли комментарии, вопросы? Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com действительно ли я могу спокойно быть уверенным, что всегда то, что говорится для Израиля, обращено к церкви? Или нужно быть все-таки повнимательнее? Я думаю, что нужно все-таки быть внимательнее. В Новом Завете у нас нет основания, чтобы всегда говорить, что церковь — это новый Израиль. А есть, напротив, мысли о том, что церковь остается церковью, Израиль остается Израилем. Церковь не заменяет собой Израиль. Но мы едины со Христом и существует определенная аналогия между церковью сегодня и Израилем в принципе тогда. А ведь церковь, как и Израиль, это Божий народ. Мы с вами стали частью Божьего народа через нашу духовную связь, а, через Авраама, а, через, извините, Иисуса Христа все-таки, а, так же, как вот Израиль был связан с Богом через Авраама. Так что в каком-то смысле то, что говорилось... А, Израилю, а, относится сегодня к церкви. Например, 1 Петра 1. «Будьте святы, да, вот этот принцип открыл первый пророк Ветхого Завета Моисей. И этот принцип относится также и к церкви. Петр об этом пишет. Он говорит, вы народ избранный, царственное священство. И опять-таки, здесь очень хорошая аналогия. Да, мы не Израиль, но существуют определенные привилегии, которые нас с Израилем объединяют. То есть, да, Новый Завет все-таки проводит аналогию между тем, что было сказано Израилю в Ветхом Завете, и тем, что сказано верующим в Новом Завете. И иногда он напрямую обращается к нам. Кстати, есть друзья, которые у нас друзья, которые исповедуют богословие Завета и они говорят о том, что да, церковь — это новый Израиль, поэтому все то, что сказано о Израилю, сегодня напрямую относится к церкви. Я бы сказал, что нет, это не совсем так. Но определенные параллели все-таки есть. И слова, которые относились к Израилю, по аналогии сегодня относятся и к верующим в церкви. Мы избраны, мы спасены, мы освящены. Не потому что мы физически потомки Авраама, а потому что мы избраны, предизбраны в Иисусе Христе. Так что здесь есть очень... Тонкая грань. И вы это слышали вчера на студенческом собрании. Раз пять или шесть доктор Фарнелл применял то, что говорилось в Ветхом Завете в пророках к вам, новозаветным проповедникам. И вы могли подумать, что, о, надо же, он считает, что церковь ⁇ это новый Израиль, потому что он берет и применяет то, что говорилось им применяет к нам, к проповедникам Нового Завета. Нет, ничего подобного он не говорил. Он очень четко показал, что новозаветные проповедники — это не ветхозаветные пророки и даже не новозаветные пророки. Но по аналогиям все же прав. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.